Казахстане набирает популярность гончарное искусство. В единственной мастерской Костанайской области проводят обучающие занятия, причем желающих освоить это старинное ремесло немало. За гончарным кругом поработала и наша корреспондент. Жар от печи и запах мокрой глины. В гончарной мастерской своя атмосфера. Это только на первый взгляд кажется, что сделать вазу или кувшин просто. Каждое изделие требует мастерства, знаний и времени. Малика Искакова – основатель студии, сама девушка из Астаны. Глиняное ремесло было для нее хобби, теперь стало профессией и делом всей жизни. Переехала в город, начала знакомиться с городом. Поняла, что здесь нет аналогичных проектов, нету гончарных мастерских, я решила, буду открывать. Начала рассматривать всякие различные государственные проекты, наткнулась на один, на который я полностью подхожу по критериям. Составила бизнес-план, все условия выполнила, и мне посчастливилось. Государство поддержало мою идею, я выиграла грант и открыла мастерскую. На деньги, которые выделило государство, купила оборудование. Два гончарных круга, печь для обжига, инструменты, фартуки. Специальную обработанную глину заказывают в городе Экибастуз. В мастерскую приходят не только, чтобы научиться гончарному ремеслу, но и отдохнуть от долгого рабочего дня. Гончарное дело пользуется популярностью среди жителей города. Ежедневно сюда приходят от 10 до 15 человек. Все они хотят научиться ремеслу. Помощь оказывает мастер. На изготовление одного изделия уходит около недели. Из 500 граммов глины на гончарном круге делают посуду. 5 дней она сушится и только потом обжигается в печи. Я сюда ходила довольно часто, иногда дома лепила. В общем, приходила сюда просто как ученик. Затем я узнала, что сюда требуется мастер. Ну, я решила попробовать поработать здесь. Ну, мне очень нравится. Это прям то, что мне приносит удовольствие. Каждый раз учишься чему-то новому. Вся посуда вполне пригодна для быта. В мастерской ее, кстати, не продают. Главная цель – научить как можно больше людей глиняному делу. Возможно, уже в ближайший год в регионе появится целое гончарное производство. Любовь Оплачкина, Алексей Басарнов. Специально для Жебек Жолы.